Может, мне все-таки пойти с тобой? Я хотела бы поговорить с доктором наедине. Давай соблюдать личные границы. А разве мы их не соблюдаем? М? Удачи с твоими хламидиями! Для моей семьи не существует ничего более важного, чем брак с евреем. С поросенком встречайся, а замуж иди за кошерное. Твоя семья меня ненавидит? Родители спят и видят, чтобы я нашла себе еврея. Я могу стать евреем. Раби, вы примете мое заявление на Гиюр? Я готов стать евреем. Из вас получится отличный еврей. Вы такой невротик. Представляешь себе обрезание во взрослом возрасте? Ты знал, что Лулу беременна? Беременна. Беременна? Черт. Ты серьезно? От кого? И вместе весело нам... От него. Я знаю, как сильно вы хотите детей. Можете забрать его, я не против. Оставлю вас с папочкой. О, нет, я вовсе не папа. Вообще папа, но это моя сестра. Забудьте. Он знает? Я не говорила. То есть ты собираешься отдать ребенка, не обсудив это сперва с его отцом? Я весьма беременна. Это самое важное решение в твоей жизни. Спасибо, успокоил пап. От меня все чего-то ждут. Но я личность. Живу как хочу. Мне пора. Завяжи шнурки, а то споткнешься и случайно упадешь в объятия маньяка-насильника. Мама!